Станица Чувашии прошел финал соревнований по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий ДТП. Кто из участников стал лучшим, знает Юлия Важенина. По легенде, произошло ДТП. Есть пострадавшие. Они зажаты в машине и не могут выбраться самостоятельно. Спасателям необходимо эвакуировать пострадавших, оказать им первую медицинскую помощь, передать скорой и выполнить все это как можно быстрее. Критерии имеются как по бережному отношению к инструменту, с которым они работают, также по правилам оказания первой помощи, по порядку выполнения вскрытия автомобиля, при порядку выполнения эвакуации пострадавших. Здесь счет буквально на секунды. Скорость – самый главный критерий оценки. Но не менее важно выполнить свою работу очень аккуратно, чтобы не повредить пострадавшему. Нежнее. Так, все, сейчас накрываем. Антон Михайлов работает во второй пожарной части столицы Чувашии вот уже 11 лет. За это время он спас немало жизней. В соревнованиях участвует третий раз, но до финала его команда дошла впервые. Очень понравилось. Вы даже по лицу, наверное, видите, что как... были ошибки. Здесь у нас плюс, что у нас есть время подготовиться, но здесь тоже, здесь мы уже делаем прям как положено, как нужно. А там в боевой работе есть небольшие вступления. Ну, схоже. В роли пострадавших сегодня волонтеры отряда «Лиза Алерт». Стоп! Привет! Как ощущения? Отлично. Доверились таким спасателям? Конечно. На мой взгляд, все прошло хорошо, спасатели сработали отлично. На этот раз до финала дошли 5 команд. 3 из Чебоксар, по одной из Шумерли и Канаша. Последняя пожарно-спасательная часть – постоянный участник соревнований. Спасатели говорят, чем больше учебной практики, тем лучше. Участие необходимо для повышения своих навыков. Всем водителям я бы хотел сказать, не нарушать правил дорожного движения. Я желаю, чтобы дорожно-транспортных происшествий было как можно меньше. Как можно меньше людей там погибало, получали травмы и так далее. Спасатели из Канаша стали вторыми. Почти на целую минуту их опередили сотрудники спецчасти столицы Чувашии. Теперь именно они представят нашу республику на следующем этапе соревнований. Он пройдет в Перми. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика.